спасибо, что позвали. Мы как раз вчера на мастер-классе говорили о том, что какую роль играют аплодисменты вообще в жизни артиста и в принципе. Сейчас. Главное, правильно, да. Название сегодняшнего концерта «В городском саду». И для меня это однозначно строчка, вернее, исторически, изначально строчка из песни Матвея Блантера «В городском саду играет духовой оркестр». Но мнения разделились, и эта строчка действительно еще является и строчкой, может быть, это цитата даже в песне Булата Акуджавы «После дождичка». Да? И вот второе отделение мы начнем вот этими двумя песнями, чтобы нам обе они помогли. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнут липы и река блестит, мне от глаз твоих красивых взгляд не отвести. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился и думать не додумался, что встречу я тебя. Знай, другой такой на свете нет наверняка. Чтоб навеки покорило сердце моряка. Все моря и океаны я готов пройти, но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился и думать не додумался, что встречу я тебя. Вновь рассвет весенний гасит звездочки в пруду, но ничто не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет